на фитнесе пью капучинку. Делаю себе паузу. У меня водичка взяла с собой, а кофе здесь в автомате. Стоит 1 евро. Делаю паузу пока и пью капучинку. Горлышко стоит чуть-чуть. Это у меня чуть-чуть еще простуда, если надо пить горячий напиток. Или горячительное. Лучше. Было бы неплохо еще сюда коньячка налить. Но я за рулем не могу. Поэтому пью капучино, мои дорогие. Наконец-то выбралась на фитнес. Второй раз за неделю сегодня. Первый раз я должна была доказывать, что я сделала 2 прививки. Принести свой этот прививочный паспорт. И они внесли в компьютер. И в следующий раз я уже зашла, дверь уже открылась. Автоматически. Воскресенье, шикарная погодка, солнышко. Но холодно, я уже в зимнем пальто. Приятного аппетита. Сейчас вышла только с фитнеса и сауны. У меня такая красная мордочка. Я даже не подкрашивалась так. Сейчас застегну свой рюкзак, и мы поедем с вами. Я вам расскажу. У нас холодина, похолодало. С утра было 4 градуса только. А сейчас чуть теплее. Но не сильно так. Я уже в зимнем пальтишке. Пошла, сейчас попарилась-то классно.
Так, кто там? Такси сейчас пропустим и бус. Ох. Лучше их пропустить, чтобы потом не это, не нервничать. Ну давай, бус, едь уже. И сзади еще машины. Все сразу. Только что сидела, никого не было. Все проснулись. Так, где-то машина, я не вижу. Еще одна. Да. Здесь одни столбы, пока выйдешь отсюда. Короче, я за 2 года, вот как началась эта пандемия, 2 года я уже не была в сауне. И сегодня, наконец-то, я туда попала. Какой класс! Незабываемые впечатления. Этот запах дерева, это дерево чувствовать под собой. Косточки все прогревает. Эндшлакунг такой делает, энгифтунг, детокс эффект. Я прям себя чувствую заново рожденной. Я сначала хорошо позанималась на тренажерах. Сегодня было мало людей на фитнесе. Я хотела еще раньше прийти, но с утра убирала квартиру, мыла ванну, все вычищала, значит. Ну и я в 12 часов только, значит, выбралась на фитнес. И полдня я там провела. Людей было мало, я прямо это получала удовольствие, наслаждалась. Спокойно позанималась там один зал, наконец-то я в него дошла и увидела, какие там есть тренажеры. Я вам на видео покажу. Когда много людей, там в основном молодые сидят, и туда не прорвешься. Я прям одна там была в этом зале. Наслаждалась прям. Вчера я, значит, очистила квартиру. У меня сегодня последний день отпуска, завтра уже на работу. Я очищала квартиру, значит, вынесла целую такую здоровенную торбу старых вещей со шкафа. Пол шкафа я, значит, вынесла. Вещей, которые я там уже год не носила. Все по фэншую. Лучше от них избавляться. Я, значит, выкидывала ненужные вещи. Сегодня одеяло выкинула. Одно новое купила, старое выкину. Не надо это собирать. На себя же не натянешь 5 одеял. Потом крышки. Я для сковородок всегда покупаю такие крышки, чтобы не брызгало на плитку, значит. Чтобы не после каждой жарки не... Чтобы после каждой жарки не мыть кухню и всю плитку, я все прикрываю крышечками. Ну и начала их вчера отмывать и думаю, да ну их выкину, куплю новые. Щеткой так терла, а все равно все так не вычистишь прям идеально. И повыкидывала 2 эти крышки от сковородок. Пошла, купила тоже вчера. Одну, мальчики, мои ребятки. Хороших вам выходных, счастливо.